Всем привет, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Друзья, посмотрите, сколько у меня кэнди-коинов. 1 миллиард 645 миллионов. Друзья, это при том, что я уже где-то 1 миллиард слил этих кэнди-коинов. Друзья, и я сначала не знал, но я вчера сразу после обновы мне ребята подсказали. Спасибо большое. Как можно их быстро нафармить, друзья, это просто нереально круто. Ребята, я вам сейчас покажу, вы просто офигеете. Так что, друзья, сейчас начинаем. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться и ставить лайкусик этому видосику. А также писать свои комментарии. Ну, конечно же, лучшие комментарии я обязательно пролайкаю. Ну что, погнали! Итак, друзья, спасибо вам большое, вы просто красавчики. Мне сегодня под видосом написала куча комментариев, куча ребят написали комментарии с подсказками, как это сделать. Спасибо, что помогаете, спасибо, что подсказываете, вы самые лучшие. Ну что, ребята, значит, что нам нужно делать? Нам нужно, для начала, нужно полететь, обязательно вам нужно полететь вот сюда. Это у нас лока называется Heaven Gate. Heaven Gate у нас, ребята, дает вот такой вот сундук. Так, где он? Подождите, он не появился. Ребята, сейчас появится сундук, вы знаете, вы все его видели. Кто еще сюда не дошел, тут стоит большой огромный сундук. Вот он здесь. Так, и смотрите, у меня 1 миллиард 645 миллионов 603 тысячи. Нажимаем и ждем. 727 тысяч. Короче, до 20 тысяч. Но если мы заюзаем бустик, трипл коин, у нас где-то будет 300. Так, трипл коин, вот у нас он здесь. У нас где-то будет 300, короче, 20, 300 с чем-то тысяч. У меня почему-то дает, конечно, меньше. Я не знаю почему, у меня где-то по 270 тысяч дает, но... Короче, это тоже выгодно. И еще, ребята, если вы еще сюда не дошли, можно, конечно же, можно здесь вообще вот эти вот сундуки. Они дают меньше, но они тоже, в принципе, их тоже нормально можно фармить. Они где-то по 30 тысяч дают. Если вы, ребята, еще их не можете набить, это, конечно, печально, вы вообще не прокачаны. Но можно тогда попробовать вот эти сундуки. Вот этот вот 751 у нас сколько? 18 тысяч дал. Тоже прикольно, ребята. Ну, если уже на крайний случай вы даже эти не можете, тогда, ребята, нужно срочно прокачиваться и тогда идти хотя бы сюда, ребята. Хотя бы сюда этот сундук более-менее нормальный. И за него дают, короче, сразу же 769. Всего лишь 3000. Но это лучше, ребята. Это лучше, чем просто бить и ходить бить самые сундуки, которые мало дают. Ребята, короче, эти сундуки, вот эти вот сундуки дают больше всего. Когда вы попадаете, когда вы его добиваете до конца, у него дают, короче, за него дают больше всего, потому что вы его до конца сбили. Но, конечно же, лучше в Heaven, по-любому. Если есть возможность, конечно же, летите сюда и сразу его сносите. Это самый топчик, друзья. Посмотрите, что у меня сейчас. У меня было, короче, это я, у меня было 3 золотых, потом у меня было где-то 20, нет, 12. 12 у меня было обычных. Я уже обычные слил, переделал их в золотые, короче, ребята. И плюс мне еще вот такой вот выпал РБшный. Ребята, они падают просто, мама, не говорю. Сейчас, правда, ребята говорят, что шанс понизили. Ну, посмотрим. Видите, уже не пишет внизу, уже не пишет, сколько таких питомцев есть в игре. Престон, походу, это убрал. Но все равно, ребята, они более-менее нормально падают. Так что, ребята, фармите, пока есть возможность, пока Престон вообще не убрал. Но Престон, конечно, в своем репертуаре не будет вам сильно жирно. Короче, хватит с вас, все, идите гуляйте. Ну, посмотрим. Мне кажется, что должны нормально падать. Я сейчас добью еще 2 миллиарда и буду открывать кучу яиц. Посмотрим, что мне еще выпадет. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайкусики. Пишите свои комментарии, но самые интересные комментарии обязательно пролайкаю. Ну а с вами, как всегда, был ваш Фанрикс. Оставайтесь такими же крутыми и веселыми. И до встречи в следующем ролике. Пока-пока!